Привет, друзья! Сегодня я буду открывать вот такую большую коробку стикерсов из магнита. Ставьте лайки, подписку, ну и коммент, и кто станет самым активным в этом видео, тому я сделаю посылочку со стикерсами, да, с коробочкой стикерсов. Именно, стикерсами. Короче, давайте открывать. Так, откроем все. Смотрите, как много набрал. Так, открывайте. Их, наверное, тут штук 30. Открываем. Так, так, что там у нас? Аниме. Вообще хорош. Ну, это аниме лучше, да? Вот сюда вот. Угу. Откуда он? Здесь. Ладно, положим его туда. Так, тут что у нас? Анонимус. У нас в прошлом ролике. У нас анонимус, прикиньте, было много. Видели? Откуда они здесь? Они их что? Там еще. Тут еще один. Смотрите, мы чили. Что происходит? Ладно. Что у нас тут? Это же новый! У меня такого не было, друзья. Нет. Ладно. Открываем следующий. Вот такой вот разноцветный. Так, что это? Еще? Тут еще один. Но на нем было что-то приклеено. И кажется, это... Это какой-то секретный, можно сказать. Че? А, понятно. Короче, у нас сломался стикер. Ладно. Его можно разыграть вам. Я его разыграю, потому что он очень странно выглядит, но я думаю, он крутой. Я думаю, мало ли он какой-нибудь легендарный. Может, его никто не встречал, так давайте. Новые, друзья! Новые. Ни от кого не было. Или был? А, был, был. Ладно, ложим. Ложим куда-нибудь, да? Легендарный ложим вон туда, куда я положил. Блин, еще одна повторка. Ну, повторки я могу разыграть на розыгрыш, да. Посылочку. И что у нас? Ну-ка. У меня такой был в прошлом ролике. Следующий, следующий. Сразу немного берем. Так, что у нас тут? Начили, начили. Я сразу угадал. Положим мусор. Чего? Чего, друзья? Новый гусь! У меня гуся не было, новенький. Я думала, это уже какой-то там кот, штрих. Кот какой-то, но это нет, не то. Ладно. Ладно. Роблокс, роблокс. Второй, второй. Роблокс, роблокс. Залетела в роблокс. Так, ладно, ладно. Я надеюсь, что следующий, пожалуйста, здесь не будет. Ну, у меня уже есть магнит. Вот, я их сюда вот бачок ложу. Открываем. Так. Опять анонимус! Повторочки я разыграю, да, да. Так. Кому-нибудь надо стикерс? Кому-нибудь надо? Еще один гусь! Третий гусь. Нормально. Третий гусь. Так, 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 так. Он мне не открывался. Но почему-то... Почему? Друзья, он на клее только что был. Это какой-то тоже, наверное, легендарный, но я так не думаю. Так что, так, ладно. О, у меня такой есть. Мы открыли такой разноцветный. Так, куда его положить? Сюда, например. Мусор. Еще один! Так, сюда. У нас уже есть такой гусь. Гусь. Еще один. Вискас или как он там называется, я забыла. Так, следующий, еще 4 прям на коробке были. Ладно. Ну, а что? В принципе, так бэдда. Еще один. Так, у нас опять гусь, вот этот. Тот самый гусь. Вон туда вот гусь. Вот сюда гусь положил. Так, гуси. Анонимус. Я уже сразу угадал, я не смотрел. Но я сразу понял, что это анонимус. Так. Берем сразу коробку. Вот такую вот почти. Целую коробку взял. Так, 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 так. О, это у нас, знаете, он редкий немножко. Так, давайте. Ложим. Быстрее сделаем. Быстрее. Так, я сразу два открою. Два подряд. Ну-ка. Два подряд открыл. Положим. Что у нас? Так. Начали. Класс. Так. Следующий у нас. Не понял. А, понятно. Это тот самый сердечко. Так. Открываем. Опять начали. Вот. Начали тот самый.
самые начили. У нас уже за ролик 3 начили есть. И одно кофе. Кофемолка. Тунс-тунс. Кофемолка. Кофемолка. Тритс-тритс. Кофемолка. Тритс-тритс. Кофемолка. И нам опять выпало сердечко. Тритс-тритс. Кофемолка. Тритс-тритс. Кофемолка. И два фиксика внутри. То есть и Ваниша снова внутри. Опа. Это... Нет, друзья, у меня такого нет. У меня новинка. Офигеть. У нас нету такого. У меня такого нет. Не понял. У нас лев. У меня есть уже, кстати, лев. Я его вон туда вот положил. Вот уложим все. У меня лев есть. За этот ролик. Опять начили, четвертый начили за этот ролик вроде. Или какой? Я не знаю, какой. Какой, какой, какой. Еще раз какой, какой. Я сразу, кстати, два открыл, ложим. А сразу они минус, и вот такой вот чек. Где они минус? Они минус. А вот они минусы. Так, анонимус идет. Вместе побеждать. Эй, анонимус. Анонимус, эй. Дедушка, а вы помните такой ролик в ютубе, где надпись «Дедушка вспомнил свое детство»? И там музыка играла. Анонимус, уу. Анонимус, эй. Анонимус, уу. Анонимус, эй. Такой у нас. Следующий стикерс. У нас опять лев. Положили. Я думаю, сейчас не будет лев. И у нас опять сердечко. То самое, розовое, которое блестящее. Так, стикерсы, стикерсы. Ну, я знаю, что это стикерсы. Тот самый чел, который любит стикерсы. Опять авторка. Я уже сколько таких, у меня тут их много таких. Но я их разыграю. Ставьте лайки, подписочку и комментарий, и колокольчик. Ну что ж, вы были на моем канале, Миша Зой. Всем пока!